русский на Афоне, Свято-Пантелеимонов монастырь. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы здесь является панигером. Ожидается порядка 400 гостей. Места хватит всем. Дорогие друзья, всем привет. Сейчас будет вечерняя служба в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Потом трапеза. А в 7 вечера всеночное бдение. Часика 4, 4,5, может быть 5. Так что уж молиться так молиться. Всех с праздником. Пресвятая Богородица, спаси нас. Покровский собор. Первый игумен монастыря, наш знаменитый туляк, отец Макарий Сушкин. Всякое дыхание дохвалит Господа. Прошло 2,5 часа. Прошел еще час. Все паломники приложились к иконе, теперь ее снова поднимают над царскими вратами. Днесь вернее, о часа вере горе возведем, да возрадуемся Богородицу на воздусе зряще, и покровия житием чистым стяжать и все да почтимся. Гомофору милости Твоя, Дево чистая, радости и упование наше, заступи, покри нас и спаси от всякого зла. С утра всех разбудит не будильник, а будильщик. Разница византийского времени и греческого сегодня – это 5 часов. Thank you.
как всегда, вкуснейшая праздничная трапеза. Паки и паки всех с праздником, дорогие мои. В последнее время часто спрашиваете, куда пропал тульский паломник, где ролики и так далее. Ролики обязательно будут, просто сейчас самый пик паломничества. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Дома-то бываю 10 дней в месяц. Подписывайтесь на телеграм-канал, там я нахожу хотя бы пару минут в день. Да и, честно говоря, с годами понимаю, что главное преуспеть не в соцсетях, не в роликах, а постараться преуспеть в молитве. Пресвятая Богородица! Спаси нас! Расписание ближайших поездок в телеграм-канале и в описании под этим видео.